Доброго времени. Сегодня новости печальные и не очень. Значит, ситуация следующая. Пассажа шамана опять. Значит, перелет он провел хорошо, но осложнения дали в больнице. Сегодня ночью, можно сказать, он был в клинической смерти. Что происходит? Значит, смотрите, если еще будет одна клиническая смерть, Саша больше уже не выживет. Потому что мы уже и так второй раз его выдергиваем обратно в этот мир. То есть, ну а третий раз, то есть у него желание уйти усиливается. Так что такие пироги. Насчет буханок, которые попробовали разобраться, что же это все-таки происходит, почему такое огромное количество. Вроде все с хорошими намерениями посылают. Значит, смотрите, в пространстве сейчас очень много негатива. Эгрегоры, которые забирали энергию негативную или еще какую-то, сейчас перекрыты. И сейчас, получается, весь негатив сбрасывается на Сашу Шамана. Если до этого, допустим, когда еще был в СИЗО, он мог перерабатывать данные, неважно какой там, положительный, отрицательный, то есть все, то после того, что в Питере его накололи наркотиками, он не способен это делать. И поэтому, если он начнет их принимать, эти буханки, или, то ему будет еще хуже. Значит, ситуация следующая. То есть пространство очень загрязнено. Даже если вы с чистыми намерениями посылаете шарик, то пока он дойдет до Саши на такую дистанцию, на него налипает очень много всякой гадости. Кроме того, на подходе к Саше стоят так называемые ловцы снов, которые перехватывают более мощные энергетические шары и отправляют Буратино. И, соответственно, наоборот, все, что негативно, пропускают в сторону Саши. Поэтому для тех, то есть вот это пространство, работа, то есть намерениями в пространстве, вы можете действовать, допустим, на уровне своего поселка, города, соседнего дома, то есть когда дистанции не такие большие все-таки. Поэтому сейчас вариант есть другой, то есть те же шарики, только вы посылаете через землю. К Саше, и все. Помимо того, что Земля доставит и приумножит ваш энергетический шарик и даст ту энергию, которая нужен Саше, она еще может и отфильтровать, если вдруг там попала какая-то негативная информация в этот шарик. То есть через Землю. Тот же Саша, тот же самый шарик посылаете через Землю. Все, мать Земля, к Саше шаману донеси, пожалуйста. Все. Кроме того, вы начинаете работать уже с землей, и ваша кармическая привязка к этой земле может быть перестать существовать. Отсюда же это один из выходов из колеса сансары. То есть, если вы привязаны кармически к земле, то есть вы ее гадите, ну, условно, гадите или еще что-то там с ней делаете, вольно или невольно, то есть вы идете опять на перевоплощение. То есть это вам не надо, и Земле тоже не надо, с одной стороны. С другой стороны, это идет развязка кармическая именно с самой Землей, если вы работаете через Землю. Что еще? Значит, этих ловцов около Саши Шамана мы сейчас покрошили. Те негативные буханки и прочее переработали. Ну вот, будьте внимательны. Кроме того, насколько мы поняли еще, ну, на канале Мистика есть и те, кто верит еще в христианские эгрегоры. Их немного, но они есть. И посылая, или молясь за него в церквях, или по другим эгрегорам, они, в принципе-то, работают на мертвой энергии. То есть, вместо того, чтобы давать положительные заряды Саше, получается наоборот. То есть, туда сбрасывается то, что негативная составляющая эгрегоров. Почему на Сашу все? Ну, скажем так, система задумала следующее по Саше. То есть его вот сейчас сделают как мученика, потом условно он уйдет, и кости сделают святыми и будут целовать опять в церквях, носить его как святого.
Это как вариант развития. И все. Ну, я вроде все сказал. Так, ну, этих самых... Ловители снов выглядят очень бледно. То есть они серо-белые, бежевые. То есть незаметные. Похожи на пауков, но с одним глазом. И на лапах у них крюки. Крючки. И паутина у них идет из живота, а не из задницы. Ну вот, примерно они такого, по крайней мере, около Саши были такого плана. Так что внимательно следите за вашими действиями. Пространство сейчас очень загрязнено. И пока вот он даже летел, условно, с Питера до Новосибирска, он нацеплял на себя, так как он светился, на себя нацеплял очень много негатива. Поэтому ему дало в ночь понижение давления. То есть его там, скажем так, пытались реанимировать врачи. Ну и врачам, соответственно, смотрите. То есть он очень, скажем так, к лекарствам восприимчив. И у него перепады бывают намного больше. Так что, как вариант, вы там можете закончить не совсем правильно жизнь вашей пси-больницы, условно скажем. Негатива там намотаете себе по самое не хочу. Вот такая информация. Работаем через землю, разговаривайте через землю, спрашивайте через землю. До этого мы разбудили, так скажем, ну, условно, трех богов или прототипов богов, которые молятся веды. Это типа Одина, хотя у него другое имя, типа Велеса, тоже другое имя. Ну и третий тоже светлый, но на букву П. Ребята в шоке, скажем так, то, что здесь творится на земле. Единственное, они сказали, помогать мы будем, но при условии, что скажет земля. Земля скажет, мы действуем. И второе, они сказали, силу мы вам давать не будем, мы будем вам давать знания. Ну, типа того, что у вас какая-то есть проблема, вы начинаете морщить лоб или решать ее, и вам неожиданно она придет, решение вашей задачи. А ваша задача, в принципе, реализовать ее в жизнь. И не важно, какую проблему вы решаете на данный момент. Ну, вот такая примерно помощь. Счастья, радости, спокойствия, Русь. Благодарю.